Так, сверлили, друзья, и, короче, досмотрели, туго вращается от этой фигня. Следующий наш будет разбирать патрон. А ну возьми отверточку, сейчас вот этот шкив снимем, открутим. Свет включай, посмотрим. Вот он у нас так он плохо и запускался, и что он так гудит. Сейчас мы шкивочек снимем, посмотрим, как его хоть разбирать. Ага, так еще, значит. Ну, выкручу его, ложи. Да все, он должен. Так, не-не-не, еще один где-то должен быть. Там его нет. Как нету? Там нету. А ну еще, подожди. Где-то ж он еще держит. Ну, весь выкручивай. Да он уже сейчас выпадет. В общем, так, друзья, будем разбирать. Так, друзья, разобрались. Вот откручиваю гайку, и вон видно пазик. О. Сейчас я свет включу. Он. Короче, вот эта гайка открутилась, и это стоит, и вот она откручивается в процессе, и трет об эту, и получается аж дым идет. Все, мы сейчас закрутили гаечку, и сейчас вот легко оно все крутится. Короче, все по фэншую. Сейчас мы смажем литольчику трансмиссионочкой, потому что пустые. Короче, станок стоял, фиг знает сколько. Дим, это... Слышь? Так, налили трансмиссионочки. Его надо под низу греть. Вот так, вот. Горелочка сейчас солит дольчику трансмиссионочки и зальем. Помажем подшипнички. Вот так вот. Как раньше на газонах выжимные мазали. Прокипятят. И он потом ходит. Вот такая беда. Подшипники хорошие, все хорошее, но вот эта гаечка затягивала. В общем, греем. А пока греется, а у нас кофе, в мастерской, все как положено. В биндюге должно быть все. А веселого еще колбаса в биндюге, да, Дим? Ну, у нас колбасы нет. Так у него дырявая колбаса, у него с дыркой, видел? Там вообще капец. Так, уже скоро закипает. Сейчас растворим вот этот литол. Ты потом это, что останется, не выкидывай от эту фигню. Потом вот так вот, что прокипятить надо. Сейчас мы его будем заливать. Ты видел, какую крестьянин фиалку готовит? Электродвигатель 12 вольт нашел, тарелку разбрасыватель. Прикрутил. Тарелку разбрасыватель это сделал, ну как раз разбрасывателя. Говорит, я буду сеять траву. С этого, со стиральной машинки от этой емкости. Спрашивал, какую траву сеять. Твоя хотел спросить, может он эту? Ну если она тут, то хватит. На хитрую траву. Не, ох ты. Не, нельзя его такое спрашивать. Он дуже обидчивый.
пускай. Сейчас он уже закипает. Сейчас расплавим. Так, растворилось. Сейчас будем заливать. Сейчас будем заливать и прокручивать. Вот в одном месте. В одном месте где-то вроде аж как приклинивает. Вот так, о, бери. И потихо. Давай я залью. Хорош, подожди, я прокручу. Хоп-хоп. Да елки-палки, давай, заливай. Оп, хорош. Подожди, она застывает. Видишь, сразу. О, сейчас уже намного легче пошел. Давай. Опа. Вот она. Потеки застывают. Давай, Ли. Резко так раз. Оп. О. Хватит нам промазать. Готов, заливай. О, хорошо, пошла. Тоже тут и тут, да, пойди? Да, два подшипника, давай. Руку убирай. Оп, хорош. Хорош. Потом от этой тряпочкой, от этот потек вытрем. Он уже застывает, давай. Оп, хорош. Дим, много тоже не надо. Он уже и клинить перестал. Давай еще разочек. Вот сюда ли. Все, хорош. Дим. Да тут осталось дыть. Хорош, там она же застынет потом. Все. Дим, много будет смазки, он как ступицу проспрочуешь и это. Потом не покрутишь ее. Хорош. Все, хорош, хорош, хорош. Все, друзья, сейчас будем собирать. Так, вытираем. Сейчас надеваем шкив, штопорим. Все, 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 пускай. И будем. А ты патрон вытри. Тоже. Чтобы он не в масле был. Ну все. Запустим шкив. Поставим шкив, запустим, покажем. Так, ну, в общем, друзья, запускать не будем, потому как вот оно. Течет. Оно все горячее. Сейчас оно остынет. Ну вот, а ну крутни рукой. Вот, легонечко все крутится. Вот, только на две. Еще на две теле подшипники. Может, завтра разберем, смажем. Да и ремень помазать. А, и ремень помазать, да? Надо смазать. А дырку где, а где будем сверлить? Дырку. Это у Макса надо спрашивать. У Макса? Ну, он в колбасе сверлит, в тракторе сверлит дырку в фильтрах. А мы где будем сверлить? Короче, все, друзья, пошутили.
заканчиваем. На этом спасибо всем за внимание. Всем пока. Как вам тут работается? Хорошо. Зайдись. Сейчас еще раз, ладно?